В Юргу собрались представители крупнейших компаний Челябинска для того, чтобы презентовать студентам свои вакансии, а также обратить внимание на юные дарования. Ассамблея работодателей проходит третий год с успехом. В этом году у нас достаточно много работодателей. Ежегодно количество увеличивается. В этот раз их больше 40. Представляют свои организации как крупные промышленные предприятия, например, ЧТПЗ-группа, ЧКПЗ, так и предприятия, которые, ну, скажем, узко специализированы. Например, здесь сегодня у нас представлены юридические компании, здесь представлены у нас языковые компании, преподающие английский язык, ведущие, скажем, курсы специализированные. Здесь работают психологи от различных предприятий, компаний, опять же. Интерес студентов к данному мероприятию только растет с каждым годом. Некоторые из них даже начинают задумываться о карьере в отличной от своей специальности сфере. Я думаю, это хорошая возможность. Я вот сейчас учусь на втором курсе, и уже хочется работать по своей специальности, потому что на самом деле огромная проблема найти работу по специальности, тем более международные отношения. Дипломатию слишком далеко, вот, а на нашем уровне мало вакансий. Как раз-таки это мероприятие, еще раз говорю, хорошая возможность для того, чтобы посмотреть предложенные вакансии, возможно, что-то выбрать и с кем-то потом посотрудничать. На этом мероприятии представлено очень много вакансий для как раз-таки нашей специальности. Это лингвистические школы. Я думаю, это будет неплохим опытом для работы, но также представлены очень интересные специальности, как юриспруденция и журналистика, которые меня тоже привлекают. И я думаю, если получится каким-то образом посотрудничать с ними, если им пригодится мой опыт, то, я думаю, тоже будет очень хороший выход и итог данного мероприятия. Представители журналистского сообщества в виде телеканалов СТС, Россия Южный Урал и ОТВ приглашали всех желающих попробовать свои силы журналистики. Со студентами ЮРГУ они работают уже не первый год. Работаем плотно со студентами ЮРГУ, как и на практику. Вот в данный момент у нас проходят две девочки в отделе пиар. Практику уже они преддипломницы. У них такая большая обширная практика, несколько месяцев. То есть как бы мы задаем уже достаточно сложные задания. Также приходят на практику на летнюю первокурсники, второкурсники. Ну и есть у нас в штате несколько человек, сотрудники уже полноценные, тоже выпускники ЮРГУ. Ассамблея работодателей уже помогла многим выпускникам ЮРГУ определиться с местом работы. И данное мероприятие в этот раз обязательно не окажется исключением.